Пассажиры общественного транспорта в Севастополе теперь обязаны носить маски. О принятии соответствующего решения сообщили на аппаратном совещании в понедельник. Раздавать средства индивидуальной защиты будут сами кондукторы. Соответствующие поручения дал Михаил Развожаев. До вечера мне проработайте вопрос, как сделать, чтобы в каждом автобусе был кондуктор на период ковида. Сколько это будет стоить, чтобы нанять людей? Маску надо давать на входе в автобус. И смотреть, чтобы она была на человеке. Тому до конца мне дня скажите, сколько надо дополнительно людей принять, есть ли такая возможность и сколько это будет стоить. В Севастополь уже прибыла партия масок для раздачи их пассажирам общественного транспорта. 300 тысяч экземпляров. Впрочем, данная мера будет касаться только городского транспорта. Участникам мы можем это рекомендовать, но понятно, что там будем как раз контролировать другими способами. Валидаторы помогали нам экономить свое время, а теперь вопрос физического контроля. Ни полиция, ни департамент общественной безопасности не справится. Это только может быть человек персонально в каждом автобусе.